Время 7 утра, значит, купаться нам пора. Доброе утро. И по традиции из кроватки в океан. Открываем дверку. Буддийское спокойствие. Спускаемся на первый этаж. Ставлю минут 7, что до океана. Прыгаю. Движение левостороннее, поэтому надо смотреть сначала в эту сторону, а потом в ту. Тут много райончик хороший, вторая линия, много кафешек. Ну, по дороге шум, но как привыкаешь к нему. Классная кафеха. Можно на, ну блин, на 2000 рупий тут просто в какаху уесться. Тут гостевые дома, серферы уже активизируются. Тема расскажу про саронг. Очень удобная, практичная вещь. Здесь носят для мужчины, ну вот обычно традиционная одежда. И местные все, когда видят, очень мало европейцев, которые носят саронг. Когда видят, они все время одобрительно, о, типа там, типа классно выглядишь там. О, кстати, вот мужчина в саронге. Good morning. Переодеваться, допустим, на пляже можно. Как маленькая переодевалочка. Это просто кусок ткани, сшитый по краям. То есть получается вот некая такая труба из ткани. Очень удобно. Прям рекомендую. Так, а вот это первая линия. Вот тут уже рыбаки. Свои сети расставили. Это уточню, Вилигама. Классное место для того, чтобы начать серфить. Тут волна небольшая. Много школ серферских. Вон уже народу сколько. Велики тут вообще в таком состоянии, ну просто раковины, рытвины, блин, я вообще не знаю, как они вообще ездят. Вот здесь вот рыбаки, они на моторах ходят. Вот уже народ плавает во все. Ну что, мы тоже с вами телезрители. Сейчас вот прошло 4 минуты. Даже я немножечко с запасом взял 7. Скидываем портки. Саронг. Это для плавок мокрых. Футболочку. Шлепки. Засекаем, где оставляем, потому что здесь по пляжу можно даже шлепки не покупать. Вот так вот вечерком или нет, утром лучше пройтись по пляжу. Можно себе пару шлепок найти, причем нормальных таких. Я тут вчера купался,
пара прям была, мужские шлепанцы и женские. А со знакомой там, с одной, проходили, она, у нее порвалась шлепка, и буквально через минут 5 около Мариотта, вот Мариотт, она нашла себе шлепки хорошие, Кельвин Кляйн, по ее размеру прям. Ну, короче, если что, потеряли шлепки, welcome на пляж, короче, как магазин. Ну все, побежали в океан. Навстречу. Тут мелкота, большое расстояние до глубины, поэтому очень удобное место для серфа. Вот головы стоят, обычно инструктор впереди доски и ученик в доске. Вот они волну ловят и говорит: греби, греби, вставай, вставай. И все. В общем, вот такое вот тут райское наслаждение. Спасибо за внимание. Встретимся где-нибудь еще.